Так, добрый день. Сегодня для Кати снимаю хлеб. Значит, я в прошлый раз пек сковородки, он был круглый такой, а сегодня у нас он будет такой, как, ну, в общем, не круглый. Так что можно снимать, делать хоть так, смотрите, какой красавец. Сейчас посмотрим, как он сойдет у нас. Значит, делался 45 минут на 200 градусов. Опля, смотрите. Смотрите, как красиво сходит. Поджаристый, золотистый. Да, поджаристый с одной стороны. Угу. А, красавец. Опа. Мягкий, хороший. Вот так вот я на сеточку кладу, чтобы он дышал, не запаривался, ничего. Смотрите, какой красавец. Вот такой у нас хлебушек. Сколько килограмм в нем веса? Ну, где-то это с килограмма. С килограмма такой муки. Сейчас муку покажу я. Так, вот такая мука, она сама... В Англии мы покупаем. Self-rising. Да, она сама поднимается. Но я еще делаю закваску. Угу. Еще покажи борщ. Украинский борщ сегодня у нас. Свинья, говядина. Вот такой борщик. Хлеб борщ. Приятного аппетита. Так что такой хлеб. Можно его разрезать. Давай, наверное, мы сейчас его разрежем. Показать, как он в середине. Консистенцию показать. Да, 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 да. Итак. Делаю. Горячего, правда, не режу. Я уже для видео сделаю. Надо ждать, пока все остынет, но для видео разрежу. Итак, смотрите, какой хлебушек. А! Ну, крупные эти, это хорошо. Какой красавец, смотрите. Дырочки крупные. Да, вот такой хлеб у нас. Домашний хлеб. Итак, я его потом оставляю. Накрываю немножко. Ну, сейчас не буду накрывать, он у меня чуть-чуть перестоял. Так что так, готовьте сами дома. Всем привет.